зардела труба. Из-за халатности рабочих в городе едва не произошел взрыв газа. Показать все как было. Предполагаемый убийца пенсионерки требует следственный эксперимент. В центре внимания. Какие нарушения выявляют в торговых комплексах в ходе экстренных проверок? Перестраиваем маршруты. Ледовые переправы готовятся к закрытию. Тяжелое золото. Анастасия Иванова победила на Кубке России. Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР. В студии Александр Комаров. Здравствуйте. Начнем с аварии, которая могла бы иметь катастрофические последствия. Огненный столб не взмыл над городом только по счастливой случайности. Причиной могло стать повреждение подземного газопровода. Во время проведения земляных работ газовую трубу пронзили насквозь. И теперь жители 31-го микрорайона вторые сутки не могут ни чайник вскипятить, ни еду приготовить. Наталья Лушникова подробнее. Мере 70, газа нету. Пусковые работы идут, пока дома перекройте контрольные краны, все закройте, мы предупредим газ, когда я будет. Я понимаю, это в связи с чем я такая у вас была сегодня. Без газа жители 31-го микрорайона остались из-за повреждения подземного газопровода. Подачу прекратили вчера в 9 утра, но даже к вечеру газ в квартирах так и не появился. Пришел с техникума. Посмотрел, все равно газа тоже нету. Родители пришли с работы, газа тоже не было, пришлось уже доширак заваривать. Авария оказалась серьезной. Работникам горгаза пришлось отключить сразу 7 домов. После ремонта газопровода начали поквартирный обход. Во избежание утечки газа требовалась проверка каждого контрольного крана. Только после этого запускали весь стояк. По вашему стояку газ дали, можете пользоваться? Спасибо. Так повезло не всем. По последним данным, газа нет в 12 стояках. Проблема в том, что некоторых жителей попросту нет дома. А если хоть одна из квартир не проверена, подачи не будет на весь подъезд. Сейчас горгаз проводит внутреннее расследование и подсчитывает убытки. С их слов, виновник аварии уже установлен. Это строительная компания «КамЭнергострой». Земляные работы они проводили самостоятельно, не дожидаясь сотрудника горгаза. В результате подземный газопровод пробурили насквозь. Наталья Лушникова, Евгения Корбакова, Рафаэль Акипов. Новости НТР. Об этой теме нам сообщили телезрители. Если у вас тоже есть важная или интересная информация, то можете сообщать нам о ней по телефону 4770 или пишите нам на наш сайт, его адрес ntr-24.ru или посредством мессенджера WhatsApp, его номер 8-917-9373-0777. А предполагаемый убийца хочет вернуться на место преступления. В городском суде идет судебный процесс об убийстве пожилой нижнекамки. По версии следствия, женщина погибла от рук своего сожителя. Алсу Арсланова расскажет подробнее. Этот мужчина обвиняется в убийстве пожилой женщины. Трагедия произошла в ноябре прошлого года. По версии следствия, именно он нанес своей сожительнице смертельные удары ножом в шею. 60-летняя нижнекамка скончалась на месте, и при этом никто не слышал ни драки, ни криков. Тогда даже соседи с ближайшей квартиры были в шоке от произошедшего. Полиция приходила ко мне домой. Мы как раз вот на этой площадке я и живу, 25-й квартире. Ну что сказали? Получается. Ну, как бы, вы, говорит, знаете Раису? Я говорю, ну, конечно, говорю, соседка же моя, как уж не знать-то ее. Вот, говорит, там труп. Я говорю, в смысле, какой труп? Вот Раиса. У жителей этой квартиры всегда была плохая репутация. Там постоянно собирались те, кто любит выпить. И погибшие подсудимые не были исключением. Сегодняшнее судебное заседание отложили. Адвокат попросил провести следственный эксперимент, так как подсудимый не признает свою вину. Предполагаемый убийца вернется на место преступления и будет доказывать свою непричастность. Однако, если вина будет признана, то ему грозит до 15 лет лишения свободы. Алсу Арсланова, Евгений Лызаев, новости НТР. Сегодня будет закрыта ледовая переправа, которая соединяет поселок Красный Ключ и деревню Покровская. Специалисты проверили структуру льда и выписали приказ о прекращении работы этого зимника. Вторая переправа, которая соединяет поселок Новокамский и Соколки Мамадышского района, пока работает. Но и ей осталось недолго. Точную информацию всегда можно узнать на сайте МЧС, и сайт НТР обязательно продублирует это сообщение.
С ножницами за деньгами. По такой схеме местный житель собирался разрешить свои финансовые проблемы. Ранее судимый парень ограбил центр микрофинансирования. Его уже поймали, допросили и начали судебный процесс. На нем был и наш корреспондент. Первое знакомство с подсудимым началось далеко не на дружеской ноте. Безобидный на первый взгляд парень удивил окружающих навыками кунг-фу. Два крепких конвоира еле сдерживали пыл подсудимого. От безысходности парень бросал то нецензурные фразы, то свои плевки. Позже подсудимый все же потеплел к журналистам и даже просил остаться нас на процессе. Но пострадавший и прокурор сделать этого не позволили. Нас попросили удалиться. А вот тот самый молодой человек, пока еще на свободе. 3 октября он пришел в центр микрофинансирования «Экспресс-деньги», достал из кармана ножницы и потребовал всю наличность из кассы. В общей сложности унес чуть больше 33 тысяч рублей. Свою вину подсудимый не признал и вел себя довольно-таки по-хамски, что стало причиной его удаления из зала суда. Слушание перенесли на 5 апреля из-за неявки некоторых свидетелей. Если вина подсудимого будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Регина Сулейманова, Рафаэль Ракипов, Евгений Лозаев, Новости НТР. Тотальные проверки торговых центров продолжаются. Люди в погонах накануне посетили якорь. Коридоры, торговые площади и документация. Ничего не осталось без тщательного анализа. Как прошел этот рейд, узнаете прямо сейчас. Люди, услышав голосовое предупреждение, в спешке, но, что примечательно, без паники направились к выходу. И ведь они, в отличие от персонала магазина, о проводимой проверке ничего не знали. Так что, можно сказать, эвакуация произошла в ситуации, приближенной к реальной. А учения инициировали сотрудники прокуратуры и пожарного надзора. Проверка системы оповещения – это малая часть того, на что обращают внимание инспекторы. Позиций много. Это и наличие открытых пожарных выходов, оснащенность системы тушения огня и пространство для эвакуации. И, к сожалению, не всегда проверки проходят без замечаний. Где патрубы? Сумку стрельцы, комоды заберите. Посудоцентр. Посудоцентр, подарите, пожалуйста. Нет, зачем? Вы же проверяли. Я... Нет, это не наш. Это по ошибке. Нет, это... В смысле, по ошибке наклеили? Я ее подвинул. А вот прям вот так вот надо. Стеллаж, что ли? Как? Да, это стеллаж. Ключ здесь. Сколько метров? Чего возгорание? Вот возгорание. Сколько метров от него? Понятно. На втором этаже торгового центра «Якорь» имеются 6 пожарных выходов. На первом в 3 раза больше. И инспекторы проверили их все. Также обращали большое внимание на грамотность действий персонала в случае ЧП. Но характерное нарушение зачастую встречается то, что персонал зачастую не обучен по программе пожаротехнического минимума и не знает, как пользоваться средствами первой защиты. В этот же день проверили магазин «Стройландия» и «Сити-центр». В последнем были захламлены пожарные выходы. Ну а о штрафах говорить пока рано. Сейчас будут изучаться все нарушения и документация. У инспекторов очень напряженный график, а в кратчайшие сроки нужно быстро, а самое главное, качественно проверить безопасность всех торговых центров города. «Барс» и «Старт» не стали исключением. Сценарий проверок один и тот же. Но вот какие замечания были вписаны в протокол, знает Светлана Шумкова. Торговый центр «Старт», продуктовые магазины, отделы одежды, батутный центр «Аура». В первую очередь заходим сюда. Специалисты проверяют, все ли здесь по нормам. Двери не заперты, доводчики есть, огнетушители имеются. А вот насколько подготовлен персонал в случае ЧП? Раздевалки. Да, огнетушители. Дергиваем чеку, направляем. Есть у вас удостоверение? Но, как и везде, у одних знания поверхностные, другие же обучение прошли и огнетушителем пользоваться умеют.
Срываем кольцо, то есть нажимаем. Если это электроприбор, то счетчик загорелся, соответственно, мы отходим. И уже с расстояния более метра мы должны поливать так, как может замкнуть, так скажем, ударить только немножечко. Дальше комиссия осматривает, есть ли таблички, стрелки, ведущие к путям эвакуации, складские помещения и прочие отделы. Характерное нарушение – это люди не прошли обучение по программе пожаротехнического минимума, а также заграждены пути подхода к средствам пожаротушения, а также на путях эвакуации. Ну и, конечно же, проверяем, как работает система оповещения. Внимание! В одном из помещений произошло задымление. Просьба без паники покинуть помещение. И продавцы, и покупатели с учебной тревогой справились. Без паники покинули здание. Следующий на очереди – торговый центр «Барс-1». От остальных центров по количеству нарушений мало чем отличается. Персонал не обучен нормам противопожарной безопасности. Также будут приняты в отношении должностных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования. Есть нарушения, сразу скажу, и режимные, и капитальные. Но благо так не во всех отделах. В целом продавцы знают, что делать даже при отсутствии корочек об обучении. Если в отделе и очаг по сгоранию небольшой, то, естественно, пользоваться уже огнетушителем на расстоянии метра, чтобы, если ветер или что-то, на меня уже не подуло. Еще одно типичное нарушение – не везде сняты транспортировочные колпаки с дымовых датчиков. Замечания экстренно устраняются. Теперь прокуратуре остается принять меры в отношении руководства торговых центров. Светлана Шумкова, Евгений Лызаев, новости НТР. Напомню, что медиахолдинг НТР запустил в интернете акцию с хэштегом «Заперто Нижнекамска», куда можно скидывать фото и видео городских предприятий, где, по вашему мнению, есть нарушения противопожарной безопасности. Присылает и просто сообщение, в одном из которых резонно спрашивалось, а помимо торговых центров будут ли проверять детские сады. И вот Регина Сулейманова побывала на учениях, где 148 дошколят покидали свои группы из-за пожара в музыкальной комнате. Это, конечно же, была проверка. А вот как они ее прошли, смотрите сейчас. В детском саду сработала пожарная сигнализация. Детей экстренно эвакуируют. Воспитатели, нянечки, узкие специалисты помогают малышам быстро одеться. Собираем детей, выводим, эвакуируемся в безопасное место. Без паники, как того и требует правило, дети выходят на улицу. Воспитанников детского сада ведут через запасной выход. Дальше пересчитывают детей. Все на месте, докладывают начальнику штаба. На эвакуацию и построение ушло не больше 3 минут. У нас была учебная тревога, чтобы когда по-настоящему была бы, то тогда бы мы учились быстро одеваться. Эти учебные тренировки дают возможность отрабатывать действия во внештатной ситуации, как сотрудников, так и детей. То есть дети тоже не паникуют в данной ситуации и действуют согласно инструкциям взрослых. Пока детей эвакуируют, каждый выполняет свои действия. Например, охранник в случае нештатной ситуации идет встречать пожарную машину. Я открываю ворота, запускаю ее, значит, в детский садик и показываю им очаг пожара. В детском саду тем временем пытаются потушить очаг возгорания. Эта миссия лежит на плечах добровольной пожарной дружины. По легенде, возгорание произошло в музыкальном зале. Бежим к огнетушителю. Дальше все по инструкции. Огнетушитель, я срываю пломбу, нажимаю на ручку и направляю примерно за метр от очага возгорания огнетушитель и тушу. В детском саду система безопасности надежная. Ясельки располагаются на первом этаже. Дети повзрослее на втором. Эвакуироваться быстро получается у всех. После трагедии в Кемерове ни у кого не осталось сомнений, что безопасность – дело серьезное. А уж если вопрос касается детей, то тут и вовсе не стоит принимать во внимание никакое «но». Проверки безопасности проведут во всех детских садах и школах города. Регина Сулейманова, Фахри Исламов, новости НТР. Поговорить красиво на тему любви, да еще и на разных языках, смогли участники республиканского конкурса ораторского мастерства «Speaking Contest». Он прошел на базе Нижнекамского химико-технологического института. Продемонстрировать мастерство ораторского искусства приехали около 430 участников из разных уголков Татарстана. Ораторы соревновались в 3 возрастных группах – младшие школьники, учащиеся старших классов и колледжей. Дары красноречия продемонстрировали и учителя.
To my mind, love is many-sided and go under the different flags. You can love parents, friends, animals, apples, love the smell of toothpaste, love the storm when it's raining cats and dogs, and then walk along the street and enjoy the freshness that it gives. Дети сейчас очень мало говорят и плохо умеют выражать свои мысли. И вот подобные конкурсы – это как раз мостик к тому, чтобы наши дети заговорили, оторвались таки от своих телефонов, планшетов и научились выражать свои мысли, научились слышать друг друга и сопереживать друг другу. А победителей в конкурсе очень много. Участники были награждены по 17 номинациям. Самой высокой награды гран-при удостоились те, кто по-настоящему покорил сердца строгого жюри. А среди них были две нижнекамки. Это ученица 32-й гимназии Диана Антонова и преподаватель этого же учебного заведения Олеся Соколова. «Они знают Тукая наизусть» и его произведения перечитывали не один раз. В Нижнекамске прошел финал конкурса «Читай Тукая наизусть». Состязание мастеров художественного слова проходило в течение недели. Самому младшему участнику всего 4 года Альбина Валиева поделится своими впечатлениями. «Ты играешь куря, бетык жанна театр, киряк колбу, киряк вся император». Красивый тембр голоса, артистизм и необычный сценический костюм. Валерия, как настоящая актриса, читает стихотворение Тукая «Театр». И не скажешь, что ей всего 9 лет. Каждую строчку она пропускает через себя, заставляя пережить все то, что хотел рассказать автор. В театре люди обучаются, не только смеются, но и обучаются разным человеческим качествам. Если человек хороший, то он научится и станет еще лучше. Он знание дворец, наставник для умов, целитель для сердец. Эти девочки приехали из Большого Афанасова. Победительницы различных конкурсов очаровали всех. Жюри мастерством чтения, зрители подачей произведения. Великолепное выступление – результат кропотливой работы педагога, говорят они. Конкурс сам по себе такой масштабный и очень серьезный. Но мы надеемся на результат. Муниципальный конкурс «Читай Тукая наизусть» проходил всю неделю. Всего в нем приняли участие 277 человек. Самому старшему чтецу 67, а младшему всего 4. В финале выступают лучшие из лучших. Для них важно не только знать текст наизусть, но и уметь создавать определенную энергетику в зале. Оценивали по критериям артистичность, подача, актерское мастерство, ну и, конечно, подача. На мой взгляд, дети с этим справились. По итогам литературного соревнования первое место среди дошколят занял воспитанник 39-го детского сада Тимур Ризаев. Среди начальных классов победа досталась ученику 2-й гимназии Ралифу Салахиеву. Среди 5-х и 8-х лучшей стала ученица Шингальчинской средней школы Зиля Гелазидинова. Ученица 14-го лицея Лилия Нуриахметова – победитель в своей номинации. Лучшим чтецом среди старшей группы стала заведующая Каинлинской библиотеки Флёра Гарипова. Гран-при удостоилась сотрудница библиотеки имени Кулгали Ольга Афонова. Награждение победителей конкурса традиционно состоится 26 апреля на празднике поэзии возле памятника великого поэта Габдуллы Тукая. Альбина Валиева, Рафаэль Ракипов, новости НТР. Ну а в республике подведены итоги фотомарафона «Айда на выборы». В нем приняли участие тысячи жителей Нижнекамска. Напомним условия конкурса. Для того, чтобы получить современный смартфон, нужно было прийти на избирательный участок и сделать фото с хэштегом «Айда на выборы». Победителями стали 40 татарстанцев. В номинации «Избиратель Нижнекамска» первое место занял наш земляк под ником Валентин НК. За победу он получит iPhone. Стоит отметить, что организаторы флешмоба при подведении итогов исключили из конкурса участников, которые использовали накрутки при голосовании. Участник шоу «Голос» вошел в состав жюри конкурса «Маленькие мастера пения», который прошел в Нижнекамске. Артур Кириллов прослушал около 80 конкурсантов со всей республики. Конкурс народного вокала, именно так он назывался, посетила и наша съемочная группа. Перед началом конкурса своей гримерки распевается маленькая Надя. Вокалом девочка занимается с 4 лет. Какие песенки ты исполняла? Про кота и козу с детками. А вот у ансамбля «Малышок» дебют. Девочки на сцену вышли впервые. Выступлением остались очень довольны.
Мне понравилось петь и выступать. Я хотела выиграть этот конкурс. Я люблю выигрывать все. Я на камушке сижу, я топор в руках держу. Ой, Лили, ой, Люли, я топор в руках держу. А это репетируют участницы из Набережных Челнов. Их ансамбль не раз становился победителем всероссийских и региональных конкурсов. В Нижнекамск они приехали за победой. На что рассчитываете? На лауреат. На победу. То есть не скромными такими приехали, да? Ну да. В жюри «Настоящие звезды» оценивал таланты конкурсантов участник российского вокального шоу «Голос» Артур Кириллов. Дети, они вот какие они есть, они себя по сути так и показывают, потому что уже ближе, допустим, к возрасту, уже к совершеннолетию, появляются какие-то зажимы, ну, все мы знаем, да, какие-то комплексы, вот, и они полностью раскрыться не могут. А дети сами с собой, вот какие вот они есть, по сути, вот, главное, чтобы они проснулись к 10 утра, вот, главное, чтобы голос проснулся, и я думаю, что вот они показывают себя так, как это есть». Из 80 участников со всего Татарстана выбрать лучшего было непросто. Каждый ребенок был особенным и старался удивить. Участники были награждены дипломами и памятными статуэтками. Регина Сульманова, Фахри Исламов, новости НТР. Нижнекамцы отметили праздник Навруз, что в переводе означает «новый день». Для жителей города были подготовлены театрализованные представления и праздничный концерт. Все горожане смогли попробовать традиционные угощения, плов, чак-чак и другие сладости. Сумалак, фатир, приглашайтесь, пожалуйста, мы вас угощаем. Праздничный стол ломится от угощений. Эти национальные блюда приготовили представители таджикского общества. Главное весеннее лакомство Навруза – сумалак. Витаминная каша варится из проросших зерн. Это долгожданный праздник, настроение у нас хорошее. Мы хотим сегодня предоставить всем, кто пришел к гостям, наши традиционные блюда. Татарская выпечка, азербайджанские сладости, узбекский плов. К празднику Навруз 5 диаспор города подготовили национальные угощения. Буквально за полчаса было съедено более 100 килограммов плова. Хороший, вкусный. Молодцы, спасибо. С праздником всех. Тут природа, но они умеют готовить. Да, это правда. После вкусного обеда время для культурного отдыха. Эстафету праздника продолжили зажигательными танцами. В этот день горожане могли посмотреть концерт с участием лучших коллективов города. Навруз в переводе означает «новый день». Хотя его празднование распространено именно у тюркских народов, это не религиозный, а народный праздник, который связан с весной, началом сельскохозяйственных работ, пробуждением весны и наступлением теплых дней. В городском масштабе Навруз отмечается ежегодно. Это праздник всех народов. Сегодня в Нижнекамском районе проживают представители 50 национальностей. Гульгора башаш катор, дарфасли бахор, дуньора бая карор, кайме бину. Гульяник Матулина, Евгений Лазаев, новости НТР. Ну а 1 апреля православные отметят вербное воскресенье. По традиции верующие освящают в храмах вербу. Букетик из нее должен простоять у икон весь год, охраняя дом от пожаров и несчастья, и хозяев от болезней. В Нижнекамске вербу можно будет осветить завтра во всех храмах на вечерних службах. Ну и на этом моя часть выпуска завершена. Далее смотрите новости спорта и прогноз погоды на завтра. Я же напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 400770 или посредством нашего сайта ntrzfiz24.ru. До встречи в эфире и приятных вам выходных. Сегодня в новостях спорта российское золото в преддверии республиканского чемпионата. Нижнекамская тяжелоатлетка стала лучшей на Кубке России. Один день, два турнира в Нижнекамске по-спортивному почтят память именитых земляков. Об этом и не только, сразу после рекламы. Недвижимость в любом районе. Купить, продать, мы вам поможем. С нами все благонадежно. Клиент для нас всего дороже. Найдем жилище для души. И к нам сегодня же звони. Агентство недвижимости «Империя». 8-917-858-1920. Все, что нужно на кухне и не только в магазине «Мир посуды». Кастрюли, сковородки из кукмара, сервизы, вилки, ложки, вазы и многое другое. Домой и на подарок. Из чугуна, стекла, керамики, медицинской стали. Проверенная качество.
качество, низкие цены. Магазин «Мир посуды», ТЦ «Олимп», 4 этаж. Разгуляй народ! Город-праздник идет! Нижнекамск! Встречай большую всероссийскую ярмарку! Качественные товары со всей России! Вкуснейшие продукты! Только 5 дней! С 4 по 8 апреля! Шатер у гипермаркета «Лента», Лесная, 14. На телеканале НТР обзор спортивных новостей студии Вера Вирц. Здравствуйте. Начнем с тяжелой атлетики. Рекорд не побила, но золото завоевала. Представительница спортклуба «Нефтехимик» Анастасия Иванова стала лучшей на Кубке России, который на днях прошел в Сочи. Наша съемочная группа пообщалась со спортсменкой. 187 килограммов. Столько весит золото Анастасии Ивановой. В рывке Настя взяла вес 83 килограмма, в толчке подняла 104. И это только на старте соревновательного сезона. Для меня это важный старт был, хоть и в этом году он был без выхода на международные соревнования. Для меня это все равно было важно. Начать Новый год положительно, чтобы дальше продолжить его так же. Из-за дисквалификации Российской Федерации дата Кубка России стала известна в последний момент. Это заметно осложнило подготовку к соревнованиям. Знали поздно, подготовка началась позже. Был очень маленький срок для этого. В основном я старалась как бы переосиливать себя, приходить и хоть что-то делать, потому что времени было очень мало. Золото Кубка первое в ее спортивной карьере. Раньше Анастасия Иванова один раз завоевала на этом турнире бронзу и дважды поднималась на вторую ступень пьедестала почета. К слову, результат, который Настя показала в этом году, далек от ее личного рекорда, потому и можно с уверенностью говорить, что без наград на предстоящем чемпионате Татарстана спортсменка не останется. Ну а нам остается лишь надеяться, что награда эта также будет золотым отливом. Кирилл Давкаев, Евгений Лызаев, новости НТР. Поблагодарили и ответили на вопросы. Руководство хоккейного клуба «Нефтехимик» снова встретилось с представителями СМИ нашего города. Очередная пресс-конференция на этот раз была неформальной. Если раньше руководство держало ответ за вопросы о команде и клубе, то на этот раз они выслушали пожелания тех, кто был с клубом на протяжении всего сезона, освещая жизнь наших команд. Тех, кто разделял горечь поражений и радость побед. Встреча в таком формате прошла второй раз. Прошлогодний опыт показал, что клуб готов работать со смешниками бок о бок, в очередной раз отметив, что все делаем одно общее дело. Наша телекомпания освещала работу клуба и жизнь команд весь год. И нашу работу отметили. За долгосрочное и плодотворное сотрудничество и информационную поддержку хоккейный клуб «Нефтехимик» награждается телеканал НТР «Татарстан-24». Кстати, сегодня утром смотрел, очень понравилось. Почему-то очень редко, но сегодня очень понравилось. Да, спасибо. В Нижнекамске прошел турнир по японскому мини-волейболу среди дошкольников. Количество команд неизменно. Новый вид спорта в городе популярен. В этом году заявилось 13 коллективов. Дошкольники в возрасте 6-7 лет играли в трех подгруппах. Победители в каждой из них вышли в финал и оспаривали право на попадание на пьедестал почета. Турнир прошел в четвертый раз. Победителем в этом году стали представители 45-го детского сада. Первое место они разыграли с фаворитами турнира. Победителями прошлых лет – дошколят из 88-го детского сада. На третьем месте по результатам соревнований оказалась команда детского сада номер 13. Поговорим о борьбе. Завтра в Нижнекамске стартует крупный всероссийский турнир по национальной борьбе «Кореш» турнира памяти Данила Галеева. Традиционному турниру в Нижнекамске в этом году исполняется четверть века. Вот уже 25 лет он собирает на борцовских коврах несколько сотен спортсменов не только из Татарстана и России, но также и батыров из стран ближнего зарубежья. А это говорит о том, что статус турнира более чем высокий. В прошлом году в Нижнекамск съехались 36 команд. Отрадно, что победителем в абсолютной категории стал именно наш борец Марат Мухамедзянов. В этом году борцы разыграют награды в 10 весовых категориях. Турнир памяти Данила Галеева состоится 31 марта и пройдет в спорткомплексе «Шинник». Данил Галеев 8 раз становился чемпионом России, 12 раз завоевывал чемпионское звание на республиканском уровне и 10 раз был абсолютным батыром Нижнекамска. Поединки завтра стартуют утром. Торжественное открытие соревнований в 12:00. Завершим выпуск футболом. Всероссийский детский турнир памяти героя Советского Союза Ивана Баладурина близится к завершению.
Завтра на футбольном поле спортшколы «Нефтехимик» пройдут заключительные матчи соревнований. Турнир памяти Баладурина в этом году проходит уже в 35-й раз. Съехались команды из разных уголков России. Играли коллективы в двух группах. В группе А Нижнекамск представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Нефтехимик». В группе Б – «Шинник». До стыковых матчей, которые пройдут завтра и распределят команды по местам, все участники сыграли 5 туров. В итоге у «Шинника» 3 ничьи, одно поражение и одна победа. «Нефтехимик» на турнире трижды выиграл и по разу сыграл в ничью и проиграл. Игра за первое место стартует завтра в 11:00. Торжественное закрытие турнира намечено на 12:30. На сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР «Прогноз погоды». Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 400770, а также посредством нашего сайта. Не забывайте о спорте даже в выходные. До встречи в эфире. Спонсор выпуска – Нижнекамский кожно-венерологический диспансер на Шинников 43А. Где пройти медосмотр? Где пройти медосмотр? Где же пройти медосмотр? Где пройти медосмотр? Где? Конечно, в НКВД. В жизни главное – здоровье. Согласитесь, господа. И к нему с большой любовью относитесь вы всегда. Все виды медицинских осмотров в НКВД. Шинников 43А. Погода в Нижнекамске на выходные. Днем пасмурно, температура не опустится ниже минус 3 градусов. Ночью температура составит минус 7. Ветер юго-западный 4-5 метров в секунду. Магнитное поле Земли спокойное 756 миллиметров ртутного столба. Спонсор программы «Погода» – Нижнекамский кожно-венерологический диспансер. Где пройти медосмотр? Конечно, в НКВД. Все виды медицинских осмотров. Шинников 43А. Где пройти медосмотр? Где пройти медосмотр? Где же пройти медосмотр? Где пройти медосмотр? Где? Конечно, в НКВД. В жизни главное – здоровье. Согласитесь, господа. И к нему с большой любовью относитесь вы всегда. Все виды медицинских осмотров в НКВД. Шинников 43А. We'll be right back.